Юрий Александрович готовился к полету, когда он готовился полететь вместе с собачками. Он должен был проводить... С одной собачкой, да. Да. Он должен был проводить эксперименты на этой собачке. Ведь это все-таки живодерство. Ведь собачка наверняка не привозится обратно. Там сделали эксперименты. Нет, обязательно бы привезли обратно, потому что... То есть что от нее осталось? Да? Нет. Но ведь перед тем, как вот... Как подразумевалось? Перед тем, как должен был состояться этот полет... Мы сделали эксперимент с двумя собачками. То есть вместо которые врача там провели, да. Была вторая собачка. Вот. И две они вернулись, собачки, Ветерок и Уголек. Да. Ветерок, Уголек вторую звали? Да, Уголек, да. Слав, ты будешь Ветерок, я буду Уголек. Ну, да. У тебя такой Ветерок там? Ну, правда, на самом деле у них были другие клички. У одной даже немножечко неприличные. Какой? Ну, я не буду говорить. Нехорошо, да? Да. Они просят. Да. Нехорошо, не буду. Юрий Александрович, скажите, пожалуйста. Какое? Ну, какое? Уголек был просто пердун. Пердун? Я не зря себе выбрал именно этого персонажа. Да. Да. Пердунилла. Уголек пердунилла. Можно по-итальянски. Хорошо, да. Так вот, они в то время... Был 66-й год, они пролетели 22 дня. И Уголек все это время там и соответствовал своей... Да, конечно. Но Уголек, он оказался очень активным. Он оказался активным, и бедный Ветерок переживал. Нет. Все вас тянет к этому. Извините. У него были нормальные подруги у нас в институте. Он увеличил поголовье собак, по крайней мере, в 4 раза. И в этом он мне нравится, Уголек. Вот вы чем-то похожи, очевидно.